мы пришли на вечерний рынок и увидели здесь, как очень необычным способом вытаскивают сердцевину из кокоса. Смотрите, сначала все обычно, разделывают кокос. И сейчас будет немного магии. Сейчас потерпите немножко, все-таки кокос большой, крепкий, но поверьте, это стоит внимания. Я когда первый раз увидел, обалдел. Вот такой вот специальной штукой он вырезает верхушку, срезает ее совсем, вы видите, ровная как футбольный мяч, мякоть. И смотрите внимательно, как он ее сейчас будет доставать. Сейчас будет очень весело. Все выровнял, все подровнял. Такой ножичек интересный, специальный, мягкий. Так, так, освобождает по краям. Освободил все, сбоку ничего не мешает. Готовят ему специальную формочку и смотрите, что сейчас будет твориться. Я называю это немного магии. Почти все готово. Еще секундочку. И смотрите. Смотрите, он берет форму. Пластмассовую форму. И смотрите. Немного постучав, просто туда центр кокоса сам вываливается. Обалдеть! Вот так вот. Вот такая вот магия. Такие вот мастера живут в Таиланде. И вот так вот все продается. Да, специально, спасибо. Смотрите, это, в общем, получается внутренность кокоса. Из нее выпивает все целиком. И мякоть можно спокойно кушать. Она таким шариком. Ее нужно немножко разделить. Можно кушать, смотрите. То здесь получается такой вот круг кокосовый. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много новых интересных видео. Также добавляйтесь в Instagram, ссылка будет в описании. Туда я чаще добавляю фото и видео нарезки. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами был Гарик Шаповалов. Пока-пока.